Шампунем Аким мыл голову больной. Пены много, в избушке пахло парикмахерской. Голова быстро очистилась, волосы перестали сечься, струились живыми потоками. Полезная, оказывается, штука. А думал он, забава. Аким, дай я тебя подстригу, предложила Эля и виновато потупилась. Должна я хоть какую-то работу делать, помогать тебе. Должна, жестко подтвердил он. Ходить на улицу, таскать дрова, резать прутья, отгребать снег, вязать себе теплую шапочку и шарф. Вместе будем шить обутки и одежду. Поскольку лето красно ты прогуляла, об зиме не думала, не гадала.